Привет, друзья мои, с вами снова Джексон, и сегодня перед нами игра под названием Beyond the Steel Sky. Это какой-то point-and-click, возможно, детектив или что-то подобное. Я слышал, что это ремейк, не ремейк, а продолжение какой-то игры, которая была до этого. Я не знаю, не видел, не играл, но хочу посмотреть эту, и думаю, вам тоже будет интересно. Я решил, что проведу в деревне Макса одну последнюю ночь. Я не хотел уходить, но снова не находил себе места. Берегись, тьма наступает! А в ночи по прогалу ходят демоны. Кейша, старуха, довольно суеверной тюши. Сейчас ведь лучшее время для рыбалки, верно, Майло? Да, пап. Фостер, смотри! Я собрал рыбную сигнализацию из сломанных сенсоров. Она засекает рыбу до того, как так клюнет. Ты молодец, Майло. Майло совсем как я в детстве. Знания, которые я ему передал, пригодятся в деревне после моего ухода. Фостер, тебе правда пора уходить? Как нам отблагодарить тебя за все, что ты сделал? Угости меня пирожком Аниды, и мы в расчете. Я был многим обязан жителям Прогала. Когда я лишился родителей, меня вырастили в одном из племен. Там меня научили разбирать устройства с городских свалок. Скоро я собрал себе товарища. Я твой друг. Зови меня Джоуи. Мы с Джоуи все время были вместе. Я рос и постепенно улучшал его. Он стал моим самым лучшим другом. Но потом... Фостер, проснись! Сенсор засек рыбину! Она такая большая! Ёпты! Что это? Это была не рыба! Воу, что это за махрин? Папа, кто это? Так, это понятно, это Росгвардия. Майло пропал, как и машина. Но нападавшие забыли кое-что. Макс? Майло? Сперли всех. Просто что случилось? Где мой сын? Макс? Макса убили, походу. А я предупреждала, говорила, во тьме таятся демоны. Бабка местная сумасшедшая. Ловец — это механизм, а не какой-то демон. Фостер, прошу, я не понимаю, что произошло. Я рассказал Аниде все немногое, что знал сам. Макс так и не оправился. Осталось надеяться, что любовь и забота Аниды поставят его на ноги. Я должен был отправиться вслед за Майло, не теряя ни секунды. Анида, я верну Майло домой. Обещаю. Спасибо, Фостер. Я верю в тебя. Я покинул деревню на рассвете. Передо мной расстилалось однообразие пустоши Прогала. За днем настала ночь, затем снова вновь пришел рассвет. Время потеряло значение, я просто шел вперед по следу. На место горя пришла решимость. Я найду Майло во что бы то ни стало. Ветер заносил следы, я уже едва мог их различить. Но я был уверен, что скоро буду на месте. Как вдруг я увидел то, чего больше всего боялся. Песчаная буря. Я боролся с ветром и шел вперед, упрямо и наугад. Изнуренный, я решил стричь остатки сил и забылся сном. Может, старуха была права, и демоны правда рыскали по Прогалу. Потому что под стонный грохот бури мне снова приснился старый кошмар.
Union City security was attacked. As my tribe screamed in terror, I salvaged Joey's mother. Taken captive, I couldn't save my village. But I survived when the security helicopter crashed, entering Union City. On the run. Побежав, я вскоре снова включил Джоуи. С новым улучшением он помог мне побороть зло, что правило городом. Уходя, я попросил его сделать горожан счастливыми. Мне не было места в Юнион-Сити, я хотел быть там, где могу принести пользу. Хотел помочь тем, кто остался в прогале. Когда я проснулся, буря уже утихла. Но она сделала свое черное дело. Следы пропали. Я заблудился и боялся, что потерял Майло. Но затем я кое-что услышал. Падальщики. В пустыне это значило только одно. Люди. Птичка, ты кто? Отчаяние обратилось в надежду. Я не сомневался, что если узнаю, куда направился ловец, то смогу найти Майло. Вдалеке я увидел девочку, склонившуюся над телом. Слушайте, интересная графика. Очень интересное вступление, конечно, было капец длинным, но нам должны были рассказать историю. Мы должны были это знать. Так, пойдемте узнаем, что это за деваха. Так, шифтить, ну это стандартное управление. Отлично. Эй, мадама. Ты что тут делаешь? Девочка прижимала к мертвой руке какое-то устройство. Эй, прости, да? Ты еще кто такой? Я ищу машину, которая... Стервятник что-то спер. Чертовы птицы. Погоди! Стой, куда ты? Теперь неизвестное устройство было у птицы. И мне кажется, нужно сейчас будет найти это устройство. Графика мне очень, кстати, напоминает Borderlands, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, птички. Я бы ни за что не отважился помешать этим птицам пировать. А чё такое-то? Берёшь ногой, пинаешь и... И чё? У меня было мало припасов, но, возможно, в сумке осталось съестное. Ну тогда как бы, а вот, можно на птичку, да, навестись. Может, они отвлекутся на пирог Аниды? Давай, кидай пирожок. А как мне кинуть пирожок-то? Окей, хорошо. У меня есть какой-то инвентарь? Да, у меня есть инвентарь. У меня есть ломик. У меня есть пирожок. Остатки вкуснейшего пирожка. Окей, и... А, это механический палец вот этот андроида. Окей, хорошо. А как мне... Когда указатель объекта станет сплошным, нажмите левую кнопку мыши для... Так, вещи. А, вот так. Ёпперес, это использовать? Лови, хрень! О, пирожок! Это, короче, местные голуби. Это местные голуби. Так, давайте посмотрим, что у нас на трупике. Посмотреть. Девочку интересовала рука этого парня. Интересно, что она делала? Он уже здесь уже не первый день. Какой-то он странный. Вам не кажется? Я уже видел этот символ. Это один из искателей на андроидах, которые забрали Майло. Ага. Других зацепок не было, пришлось пойти за девочкой. Я чувствую, что эта игра будет похожа на какое-то, знаете, такое интерактивное кинцо. Union City. Вот я и вернулся.
Так ты, может, местный терминатор, типа I'll be back и так далее. Мне кажется, игра будет похожа чем-то на Heavy Rain. Такое тоже интерактивное кинцо. Посмотрим. Нифига у них машина. До меня доходили слухи, что город процветает с тех пор, как я поручил Джоуи что-то там делать. Теперь наконец-то я мог в этом убедиться. Но судя по вывеске, что-то город ни хрена не особо процветает. Покосилась вся, вон какая-то кривая косая. Мигает лампочка. Процветание прям из всех щелей лезет, смотрите. Прям буквы аж выдавливает. Так, ладно, давайте шифтанем, чем мы ходим как дебилы. Да харе, сколько можно интерактивных заставочек-то уже, ёпарасы-то. Стоять! В смысле стоять? Слышь, железка, ты не оборзела? Добро пожаловать, незарегистрированный житель Прогала. Но, привет. А ты? Дроид специального благополучия 2CU. К вашим услугам. Пожалуйста, проследуйте в пункт иммиграции и оформите регистрацию в Union City. Все в порядке, я не зарегистрировался, я просто ищу... Если вы ищете пункт регистрации, вон он там. Большое спасибо. Ага, так, с ним можно поговорить, да, значит? Давайте про ловца спросим. Я ищу кое-какую машину, она могла здесь пройти. Машину? Так это въезд как раз для машин. Так что вы пришли куда надо. Хорошо, я ищу мальчика по имени Майло. Он... А надо бы искать пункт регистрации. Так, понятно. Пропавший ребенок, это мы уже типа спрашивали, да? Окей, ладно. И как мне зарегистрироваться? Очень просто, идите в пункт регистрации и получите там U-чип с временным паспортом. Правильный маршрут отмечен этими указателями. Без него вы не сможете взаимодействовать с устройствами под управлением Minos. А, это типа какие-то новые появляются, что ли? Ну окей, ладно, пойдемте. Лишнего у него ничего спрашивать не будем. Никак. Ты можешь отвалить. Птица! Можно ее пнуть. А что там едет? Нет, ничего не едет. Так, нам нужно, значит, пункт миграции. Я почувствовал странный запах, исходящий из кузова грузовика. Здорово, ребята. Птицы не собирались подпускать меня к задней части грузовика. Там явно что-то воняет. Так, давайте вот так. Понятно. Нам надо запомнить, что там что-то воняет. А, вон, кстати, кто-то сидит. Может ей сказать, что у нее из грузовика воняет. Или это кто? А, шофер. Здорово, мужик. Сэр, прошу прощения, вы... Что бы ты ни продавал, мне это не нужно. Нет, я ничем не торгую. Так я и поверил. Я Вендел. Джо Вендел. Рад знакомству. Это мы еще посмотрим. Чем воняет из грузовика? Не хочу пугать, но из вашего грузовика чем-то странно и резко пахнет. А я не чую ничего резкого. Правда? Запах похож на неповторимый аромат вкуснейших мини из самых лучших натуральных во всем Прогале. Чё за гадость? Не веришь мне? Взгляни на этих ганганов. Они им так нравятся, за перья не оттащишь. А чё это такое? Ваш грузовик забит мини-сардельками? В точку. Минис — лучшие сардельки в Прогале. В них и мясо есть. Можешь взять парочку, кузов грузовика не заперт. Правда, двери немного своенравные. Да? Нужен особый подход. Я бы даже сказал ритуал. Ритуал? О, да. Слушай внимательно. Шаг первый. Врежь по бамперу. Шаг второй. Станцуй. Шаг третий. Сильно дерни дверь на себя. Утар, танец, рывок. Верно? Верно, парень. Именно в таком порядке. Окей, ладно. Давайте спросим про ребенка. Вы случайно не видели здесь ребенка, который не отсюда?
Что, себе прищемил? Че? Нет, его похитили из деревни неподалеку. Вот жаль. Ты не первый, от кого я слышу о пропаже детей в Прагале, но здесь я на ребятни не замечал. Ты не говорил с детишками на площадке? Они тут болтаются намного дольше меня. Окей, ладно. Я вернусь, а я еще посижу. Так, ну... Мы никак не сможем их отогнать. Так, давайте подойдем. Вещи. Пирожка у нас больше нет. Жаль. Слушай, ты заколебал. Ломиком тебя можно огреть? Нельзя. Плохо? Так, окей. Где эта херня, в которую нам надо? Ну, этот. Там центр регистрации какой-то или что-то. Что-то вот это, что ли? Нет, это торговый автомат. А, вот терминал. Наверное. У меня не было того, что пытался обнаружить сканер. Понятно, нам нужен U-чип. Так, информационный пункт. Так, у нас этого тоже нет. Так, хорошо, а куда идти-то? А, вот стрелочка. Так, вот, вижу, все-все-все, увидел. Вот она, к голове и вискам. Да слышь, харе за мной летать уже, а? Мразь железная, отвали. Устройство для ладони. Че это? Использовать, окей. Добро пожаловать в пункт регистрации Union City. Поместите руку на панель ниже, и вам будет имплантирован U-чип. Фоточка. Все дела. U-чип имплантирован. Теперь вы зарегистрированы в Union City. Я не понимал, как мне это поможет, но... Это, чувак, чипирование. Это чипирование. Теперь правительство... Оу, понятно. Просто так нам сюда не пройти. Окей, чувак, это чипирование. Ты не это... Не беспокойся, теперь правительство все о тебе знает. Так, кто у нас тут есть? Да, он говорил поговорить с детишками, которые вон там тусят на площадке. Давайте попробуем поговорить с ними. Там еще какой-то торгаш вон есть. Эй, пацан. Здорово. Эй, кид. Привет, малец. Эй, чудила. Я тебе не чудила. Я Пиксель. Легко запомнить, потому что похоже на Миксер. Есть такое. Я Фостер. Похоже на постер. У меня есть старые постеры, а вы уже дряхли. У пацана ассоциативное мышление. Я ищу мальчика твоего возраста. Его зовут Майло, он мог оказаться где-то здесь. Вы пришли к кому надо. Я с самого детства запоминаю всех, кто здесь проходит. И сколько уже прошло? Ну, не меньше 12. Когда, говорите, это было? Где-то в прошлую или позапрошлую ночь. О, тогда нет. Детей я не видел. А недавно машина здесь не проходила? Может быть. А недавно это когда? Ну, скажем, позапрошлой ночью. О, тогда точно нет. Но хотите, позапрошлой ночью? Мой брат Воксель, он видел огромное чудовище. Какое еще чудище? Типа огроменного, но не настоящего. Огроменного, но не настоящего. Это то, что нам нужно, мужик. Но Воксель говорит, что он был огромный, а Эмбер, что не настоящий. А на самом деле? Я не знаю, кому верить. Так, понятно, а где этот Воксель? О, девка! Девка, я вижу! Так, проматываем. Стой! Дай обратно! Блин, стой! Он разговаривает только со мной. Не, просто так ничего не скажешь. Я еще не знаю, можно ли вам доверять. А, так, давай покатаем его на карусельке. А что не так с каруселью? Да все. Глупый мистер Хопсворт повесил на нее цепь. Типа для безопасности, а потом уронил цепь себе на ногу. Клево. Так, ладно. Пока. Зовите, если что. Да, обязательно. Тут эта девка была. Вон она, стой! Стой, женщина! Я узнал девочку, потому что мы встречались. Это она убежала. Здорово. Прошу прощения. Ау.
ты? Me what? Что я? Ты тот мужик из пустыни. А ты та девочка, которая возилась с трупом. Так, во-первых, он умер задолго до того, как я оказалась там. А во-вторых, это из-за тебя, Большой Стив спер мой... Припет? Ты хоть понимаешь, сколько возможных продаж мне сорвал? Если честно, я вообще ни слова не понимаю. Да и я тоже, кстати. Я Эмбер. Торговка. Я занимаюсь торговлей. Хорошо, труп. Что ты делала в пустыне с трупом? Мистер, ты хочешь что-нибудь продать или обменять? Да как-то нет. Ну, знаешь, техника, приборы, безделушки из прогала или города. Это моя работа. Я собираю, продаю и покупаю вещи. Вот только из-за тебя Большой Стив смылся с моим припедом. Что такое припед? Теперь я не скоро наложу нормальную торговлю, так что отстань. Что такое припед? Припед. Прибор передачи данных. Припед. Все понятно. А нафига он нужен? Для передачи данных, понятно. А, все понятно. Ты меня отвлек, а Большой Стив схватил прибор и смылся. Спасибо тебе еще раз. Слушайте. А я, кажется, понял. Хотя, погоди. Нет. Заходи, если только по делу. Ну, понятно, отвали. Для того, кто деловито обыскивает мертвецов, она оказалась вполне нормальной. Короче, я, кажется, понял. Она сканировала... Сейчас сказала, что она сканировала паспорт гражданина, чтобы его потом продать. А нам для открытия некоторых дверей, вот как мы пытались открыть дверь вот там, где мы регистрировались... Нужен паспорт гражданина. И, скорее всего, нам нужно достать вот ее этот припет, вернуть ей и купить у нее этот паспорт, я не знаю. Так, старый терминал. С ним что-то можно сделать? Тык. Кнопочку тык. Не работает. Похоже, из механизма вытащили всю начинку. И что-то мне подсказывает, что это была она. Так, ладно, давайте посмотрим, что еще у нас здесь есть. Там вот еще стоит какой-то черт. Давайте поговорим с ним. Эй, мужик! Здорово, прошу прощения. Здорово, посетитель. Что с этим столбом? Может, я помогу? Ха, ты? Да, конечно. Слушай, выходи из прогала. Мило, что ты хочешь подсобить. Но этот механизм тут чуть посложнее, чем те, к которым ты привык. Ты удивишься, но я неплохо разбираюсь в подобных штуках. Прости, мне нужно починить столб. Он сам себя не починит. Херовый ты механик, если не можешь починить столб. Давайте просто, не знаю, я предлагаю пнуть по нему, короче, и он заработает. Починить. Я использовал свои богатые познания в области техники. На, с ноги! Работает! Так я ж тебе говорил, мужик. Мы все починили. Мы? Парень, сегодня совет улыбнется мне сияющей улыбкой. Вы знаете, сколько раз я сканировал эту штуку? Видимо, в последний раз помогло. Видишь ли, я здешний диагност и технический специалист. Меня зовут Хопсворт. Чем могу помочь? Понятно, он из местных ботанов, короче... псевдоэксперт, его стопудово на курсах, которые ВКонтакте рекламируют в спитале. Так, Джоуи, это ребенок, да, по-моему? Расскажи мне о Джоуи. Хвала Джоуи, каждый день я думаю о нем с благодарностью за счастливое процветание, которое он даровал Юнион Сити. А, это он про дроида своего. Я знал одного Джоуи, наверное, ты о нем говоришь. Может быть, наш Джоуи был великодушным, непоколебимым, решительным, высоконравственным другом всех граждан. Твой Джоуи такой же был? Мой Джоуи был саркастичной занозой, но он был моим лучшим другом. Так, ладно, пропавший ребенок. Слушай, ты случайно не видел пропавшего ребенка здесь? А куда направился этот лыж за приключениями, конечно? О, нет. Его похитили. Поймали в деревне и привезли куда-то сюда. Нет. Никого такого не видел, прости. Да. А теперь, если позволишь, мне надо вернуться к работе. Да какая у тебя...
Так, что-то вот, по-моему, что-то он, по-моему, скрывает. О, не здешний. Здорово. Ну давай уже. Давай. Мне про ловца спросить надо. Я ищу одну машину, которая могла здесь проходить. Что за машина? Может, я могу помочь? Я не успел присмотреться, но у нее были 4 огромных ноги. Ноги? Парень, у машины не ноги, а колеса. А у этой нет. Она шагала по песку и выглядела примерно как собака. Таких машин я не видел, даже слыхом не слыхивал. У меня под кроватью лежит столько журналов, что тебе и не снилось. Порнуха у тебя там лежит по-любому, а не технические журналы. Все. Пока, мужик. Давай. Он нам что-то дал. Вот так, уровень Кудос только что повысился. Спасибо, наверное. Помни про улыбку. Помни про улыбку. Чем-то мне это напомнило этот игрульку про город наркоманов, где все жрали какой-то наркотик и как-то We Happy View, по-моему, что ли, назывался. Так, собственно, нам, походу, нужно сделать что-то где-то вот здесь. Или, видимо, как-то вот этот мост выдвинуть, потому что иначе мы никуда не попадем. Так, а вот это вот справочный стол. Что он нам может дать? Чпуньк. О, баба. Привет. Простите за задержку. Добро пожаловать в Union City. Меня зовут Грета. Я с удовольствием отвечу на любой возникший вопрос о Union City и этом районе. Давай. Да быстрее давай. Так, окей, пропавший ребенок. Из моей деревни похитили ребенка. Из вашей деревни? Ребенок зарегистрирован как гражданин Union City? Да, конечно, нет. Вежливые извинения. Минус работает только с зарегистрированными гражданами. Понятно. Да иди ты нахрен. Так. Ючип. Этот ючип, для чего он? Он позволяет взаимодействовать с локальными устройствами Минус. Минус — это, видимо, какая-то местная система. Кроме того, на нем хранится личная информация. Понятно. Ну ничего, мужик, это чипирование. Так. Эта бабенка нам, видимо, не скажет, как попасть на ту сторону. Ну, слушайте, довольно интересный геймплейчик. Я такое люблю, это квестик. Я когда-то очень любил квесты, вообще начиная еще с таких квестов, как Сибирь, если кто-то из олдов помнит. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Пока на первый раз вполне достаточно. Вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, нравится вам, не нравится такое. И увидимся в следующих сериях. И, собственно, увидимся в следующих видео. Пока-пока.